Завершилась артподготовка, и войска вступили в бой. Основной задачей является освобождение комплекса зданий колледжа, что позволит создать плацдарм для дальнейшего наступления. Танки выходят первыми, чтобы дать пехоте возможность высадиться. Очень аккуратно танк создает новую дверь в заборе. Плотный огонь противника из учительской башни и соседних домов не дает возможности высадить десант с этой стороны. Придется пробовать с другой. Первая штурмовая группа пошла вперед. На втором этаже засели бандиты, и десантники просят танкистов помочь огнем. Высадив десант, БМП уходят со следующей группой.
танкисты прикрывают десант с фланга, не давая боевикам контратаковать. Работает шилка. Снайпер боевиков засек командный пункт и открыл по нему огонь. Командир вызывает на помощь танк. Осколочно-фугасный снаряд отучил бандита стрелять. Пошла вторая волна десанта. Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.